Христиане всего мира готовятся к празднованию Пасхи. В каждой стране свои пасхальные традиции. Например, в США вместо крашеных яиц большим спросом пользуются крашеные цыплята. Для этого прямо под скорлупу вводят пищевой краситель, пока цыпленок еще не вылупился. Важно сделать инъекцию ровно на 18-й день инкубационного периода, а дырочку от укола запечатать капелькой воска. Окрас держится всего пару недель, пока пух не сменится перьями. Однако ученым не удалось доказать, что краска полностью безопасна для эмбрионов, поэтому в половине американских штатов продажа цветных птиц считается нелегальной. Реакция общества на пасхальных цыплят также неоднозначная, так как умиление от пушистых птенцов проходит вместе с праздником, после чего цыплят часто выкидывают на улицу, где они быстро погибают. Ярко раскрашенные птенцы востребованы не только по праздникам. Ученые используют этот метод для того, чтобы следить за передвижениями птиц, когда те улетают из гнезда.